Доброго дня, шановні учасники вебінару! Вас вітає Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Сьогодні у нас відбудеться вебінар на тему «Методика викладання спеціальних дисциплін». Спікер нашого вебінару – Захаренко Ганна Степанівна, викладач Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», спеціаліст вищої категорії – викладач-методист. Надаю слово спікеру. Будь ласка, Ганна Степанівна. Спасибо. Уважаемые коллеги, я не буду сегодня говорить о тех прописных истинах, о новых методах и формах обучения, об инновационных процессах, которые происходят сегодня в системе профессионально-технического образования. Потому что о них вы очень много знаете, потому что о них всегда можно найти большое количество информации. Сегодня я попытаюсь поделиться с вами теми изюминками в моей работе, которые, возможно, станут вам необходимы, полезны, или просто вы посмотрите для расширения своего профессионального кругозора. Итак, начинаем. Я работаю всю свою творческую преподавательскую жизнь в Запорожском высшем профессиональном училище «Моторостроитель». Мой путь к системе профтехобразования начался с обучения в профессионально-техническом училище номер 7 города Измаила Одесской области. Училась я достаточно хорошо, поэтому была награждена министерским знаком за отличную учебу. За время своей деятельности я старалась участвовать в гуще всех событий. И самой было интересно разрабатывать какие-то инновационные формы, методы, материалы. Поэтому я была участником 16-й международной выставки учебных заведений с участием «Свита Украине 2013». Я была участником видеоконференции «Киев-Москва», которая проходила по теме удосконаления управления ПТНЗ та модернизация ресурсного обеспечения навчально-выробничего процесса. Кроме того, я была участником всеукраинского проекта, а также соавтором электронного учебника по профессии токарь по второму разряду. Участник международных начальных образовательных программ для преподавателей ПТНЗ по датскому проекту. За всю свою деятельность у меня есть несколько грамот и дипломов от Министерства освіти и науки Украины. Диплом участникам международных выставок с участием заклада освіти в 2016 и 2017 году. Многочисленные сертификаты на всеукраинском методическом портале. А кроме того, я печатаюсь в республиканских, областных газетах и журналах по специальности. Это мой учебный кабинет, где провожу свою работу, свою творческую деятельность, и где мы с вами, уважаемые коллеги, проводим, наверное, процентов 90 времени всей своей жизни. И, конечно же, со мной мои ребята, с которыми мы творим, мечтаем и дерзаем. Для повышения уровня своего профессионального роста я очень люблю читать работы зарубежных специалистов-образователей. Так, например, мне очень импонирует Гордон Драйден. Это новозеландский писатель, издатель. Он около 30 лет занимается исследованием методов обучения. Он является соавтором книги «Революция в обучении». Тема сегодняшнего нашего с вами общения – это методика изложения специальных дисциплин. И здесь мне очень понравилось, как нельзя кстати, в качестве эпиграфа я взяла слова Гордона Драйдена. «Выживает не сильный и не умный, а тот, кто лучше всего реагирует на изменения, которые происходят». А вы прекрасно знаете, понимаете, что в нашем обществе сегодня происходят просто колоссальные изменения. И решать эти вопросы, которые касаются экономики, политики, общественной жизни, придется нашей молодежи. Наша молодежь сегодня является единственным источником для пополнения трудовых ресурсов. И поэтому мы должны с вами, уважаемые преподаватели спецтехнологии, стать для них образцом, примером и возбуждать в них необходимые интересы, чтобы стать квалифицированными, конкурентоспособными рабочими.
Особенные трудности в преподавании предметов специального цикла возникают в том, что современное производство, на котором мы готовим кадры, меняется каждые 3-5 лет. Наряду с этим, конечно же, должны меняться программы, должны меняться учебники, должны меняться содержание, сам подход ко всему процессу преподавания. Украинская система профессионально-технического образования в принципе держит руку на пульсе и занимается реализацией конкретных комплексных задач в учебно-воспитательной сфере, разрабатывает и внедряет новые концепции, новые идеи, стандарты, планы. И вы знаете, то там внедряются новые планы, мы разрабатываем новые программы и работаем по новым методам. Но преподаватели спецдисциплин, кроме того, должны еще шагать в ногу и с изменениями в промышленном секторе. То есть поддерживать тесную связь с производством, которое уже сегодня работает на инновационном оборудовании, которое использует в работе современные металлорежущие инструменты, мерительные инструменты и современные материалы для обработки. Наше училище может гордиться своим базовиком-наставником. Это всемирно известное предприятие Запорожское акционерное общество «Мотор-Сич». И мы поддерживаем очень честную связь с нашим предприятием. В частности, вы сейчас видите на слайде презентации, мы проходим преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения. Каждые 5 лет мы проходим стажировку на базовом предприятии, получаем по окончании стажировки, получаем соответствующие сертификаты. Естественно, практику на этом предприятии проходят наши учащиеся. Мы работаем с современной технической литературой в библиотеке завода, работаем с заводской конструкторской и технологической документацией. И кроме того, огромное количество информации нам предоставляет, немножечко назад, нам предоставляет, сама того не подозреваем, газета, издаваемая предприятием «Мотор-Сич». Она так и называется «Мотор-Сич». Очень много материала в этой газете печатается по инновациям, по модернизациям, которые могут прямо стать темой того или иного урока. Например, вот представлены на слайде два фрагмента газеты. Единственная в Украине вакуумная печь успешно модернизирована на «Мотор-Сич». Тут и методы работы вакуумной печи, и технологические процессы. Следующий фрагмент – это достигать новых высот литейщикам, помогает техническое вооружение, передовые технологии. Конечно, когда мы проходим тему по литейному производству, по литью, изготовлению деталей методом литья, то, конечно же, обязательно читаем эту информацию. Ну и следующая работа заводской документации, конструкторская, технические чертежи и другие ресурсы. Для того, чтобы держать руку на пульсе, мне очень интересно также высказывание немецкого педагога-демократа Фридриха Адольфа Вильгельма. Он говорил, что без стремления преподавателя к научной работе преподаватель неминуемо попадет под власть трех педагогических демонов. Это механичность, рутинность и банальность. Для того, чтобы не стать заложниками этих демонов, мы ежегодно в мае месяце вместе со своими учениками проходим на машиностроительные выставки, которые организованы двумя солидными предприятиями нашего города. Это Запорожская торгово-промышленная палата и Запорожский областной союз промышленников и предпринимателей «Потенциал». На этих машиностроительных выставках все тематики, которые касаются непосредственно нам. Выставки проводятся в выставочном центре «Казак-Палац», вот, и проходят они по тематике композиты, литье, машиностроение, металлургия, то есть то, что нам нужно непосредственно для внедрение инновационных новых материалов на уроках спецтехнологии. Кроме того, во время прохождения выставки в городе в интернете работает виртуальная выставка. Виртуальная выставка тоже по направлениям, как вы видите, машиностроение, металлургия, энергетика, сельское хозяйство, то есть то, что вас интересует. Вы нажимаете на необходимую вам отрасль, например, машиностроение, и выпадает целый перечень предприятий в городе, целый перечень предприятий в городе, которые занимаются в этом направлении машиностроения. А они, в свою очередь, выставляют свои, когда мы выберем то или иное предприятие, мы сможем найти все, что там на этом предприятии производится, какие детали, какие узлы, механизмы собираются, какие технологии, какие современные материалы там разработаны и так далее. Что же нам дает посещение этих выставок? Дело в том, что
каждое предприятие, вы помните, наверное, здание «Казак Палац» – это огромное предприятие. Там каждое предприятие выставляет свои выставочные стенды и привозит с собой современное оборудование. Станки, оборудование, приспособления. А также каждое предприятие приезжает на выставку со своими компьютерами, ноутбуками для того, чтобы показывать рекламу, то есть то, что сегодня творится на предприятии. Соответственно, они снабжают себя рекламными материалами, которые раздают бесплатно. И подойдя к каждому из предприятий, если мы что-то видим интересное для нас, то нам еще никто не отказал в том, чтобы подарить технические каталоги, вы видите на слайде, буклеты, CD-диски, журналы, информационные листовки, мини-справочники, плакаты всевозможные и прайсы. Кроме того, и я, и с ребятам фотографируют экспонаты выставки для того, чтобы можно потом было сделать презентационные материалы и воспользоваться ими на уроках спецтехнологии. Вот, например, показано новое оборудование, вертикальный сверлильный станок, современный токарный станок, который находится справа. Следующий фрагмент – это тоже фотографии современной фрезы с вставками пластин фирмы-производителя «Карлмаунт». Материалы с технических выставок, которые приношу я, которые приносят ребята, я их выбирая самый лучший, самый информационный, и организовала у себя в кабинете постоянно действующую выставку, которая так и называется «Материалы с технических выставок». Вы знаете, ребят на перемене просто не выгонишь. Они постоянно листают, постоянно что-то ищут, какую-то информацию для курсовых своих работ, может быть, даже для дипломных работ. Но мне приятно, что ребята сидят в кабинете, и им не хочется никуда уходить. Спецтехнологии, вообще, коллеги, вы знаете, что это уникальный предмет, который сочетает в себе необходимость и внедрение знаний очень многих предметов. Это и математика, и физика, и химия, и техническая механика. Например, курс спецстаночников широкого профиля содержит в себе курс спецтехнологии по 4 видам станков. Токарная обработка, фрезерная, шлифовальная, сверлильная. Это и универсальные станки, и работа на программном управлении. Современные учебники, конечно же, не всегда успевают за развитием современной техники, поэтому в своей работе я использую метод обратной связи. Что это значит? Для установления второго квалификационного разряда мои ребята выполняют курсовые работы, которые так и называются «Отчет по производственной практике». Здесь они пишут, в каком цехе они работают, в какой группе, чем занимается конкретная группа, в которой они проходят практику, на каком оборудовании они работают, какие виды работ выполняют, какими инструментами они пользуются. Прилагают к курсовой работе чертежи и описывают эти чертежи, что там есть, разрабатывают режим резания и считают допуски. Затем, когда уже ребята уходят домой, вы знаете, что мы вместе с ними не уходим или берем с собой работу еще на дом. Пролистывая работы ребят, я записываю основные марки оборудования, которые они записали с завода, на котором они работают. И стараюсь найти как можно больше информации в интернет-сети, а затем уже составляю лабораторные работы по вот этим маркам станков. И уже на следующих занятиях мы с ребятами проводим лабораторно-практические работы по изучению назначения, конструкции и основных узлов металлургического оборудования. Таким образом, мы расширяем знания, полученные на основе существующих учебников, с примерами из практики. Конечно же, ребята, которые слышат информацию о том оборудовании, где не работает, о тех технологиях, которые они испытывают на практике у себя, интерес у них, конечно, колоссальный, повышается, и работать на уроке становится гораздо интереснее. Я с удовольствием использую такую помощь ребят и учитываю это при составлении аттестации и в учебном процессе. Следующий слайд, там где у нас еще есть вот это вот. По выставкам работать мы начали со своей коллегой 14-го училища Любовь Дмитриевной еще с 2009 года. И по результатам этой выставки мы напечатали статью в журнале «Профессионально-техничного свита», которая так и называется «Взаимодействие ПТНЗ и торгово-промысловой палаты». Это был 2009 году, 4-й номер, может быть, у кого-то в библиотеке остался. Пожалуйста, открывайте и можете познакомиться. А сейчас мне хотелось бы вас познакомить с одним способом получения информации благодаря творческой активности наших ребят.
В этом году выпускник группы «Токари» Алёша Переяслав выполнил деталь, которую вы видите на презентации. Деталь Ольси представил ее квалификационной комиссии, а также сделал презентацию по технологическому маршруту обработки детали Ольси. Это общий вид деталей. Ну, а потом идет, он показал техпроцесс оборудования, на котором работал, а потом уже идет непосредственно расписание самого техпроцесса. Ну, вы знаете, кто специалисты по машинообработке, устанавливаем заготовку патрона, он показал каждый шаг свой. Установил заготовку патрон, сфотографировал, закрепил ее, сфотографировал, установил в центре, сфотографировал, показал первую операцию, тащить турец, показал инструмент, резец проходной, это угнутый, тоже материал, из которого изготовлен этот резец, Центрует он торец, опять-таки пишет операцию. Центроватый торец, центровочное сверло 3 мм, материал сверла 18R18, движущая сталь R18. Я весь техпроцесс, конечно, показывать не стала для того, чтобы не тратить ваше время и не привлекать особое внимание. Но если вам захочется, пожалуйста, контактные данные все есть у меня. Приезжайте в гости, мы с удовольствием обменяемся с вами материалами. Ну и, конечно же, каждая курсовая работа, выпускная работа заканчивается одним-двумя плакатами по охране труда, потому что для станочника это является самым большим и главным вопросом. Вторая работа, которая оформлена на русском языке, потому что эта работа была сделана в Международном техническом центре нашего базового предприятия «Моторсич». На четвертом курсе ребята, которые обучаются по профессии станочник широкого профиля, проходят еще дополнительное обучение по программированию в этом международном техническом центре. И выпускник нашего училища Цепенко Богдан подготовил такую презентацию. Программирование на персональном компьютере Sunumeric 840D. Это общий вид этого программного устройства. Затем он представил деталь, на которую составлялась программа. Он написал, что каждую деталь можно представить в виде отдельных отрезков геометрических элементов. По ним потом можно составлять координаты опорных точек. Это точки, в которых меняется направление режущий инструмент. Точки опорные, исходные точки. Вот. Затем они набирают на каждом столе в этом центре у ребят в кабинете имеется прообраз этого программного компьютера Sunumeric. Они набирают программу, тоже стоит компьютер, и они видят результаты своего программирования. Дальше. Работая много лет в системе образования, конечно же, приходит очень много всяких интересных, я бы даже сказала, необычных идей. Несколько лет назад у нас появилась очень творческая девушка, которая работала у нас в библиотеке, работала библиотекарем. Сама она закончила филфак, очень грамотная такая. И мы решили с ней провести такой совместный урок спецтехнологии, преподаватель спецтехнологии и библиотекарь училища. О чем идет речь? Ну, то, что наши дети увлекаются сегодня мобильными телефонами, вы это тоже знаете, то, что они приносят на уроки планшеты, даже ноутбуки. А я решила это использовать с пользой, как говорится, и для ребят, и для себя. Подумала, почему бы на уроке не использовать мобильные телефоны, у нас есть Wi-Fi, почему бы не использовать планшеты и не найти ту необходимую информацию, которая нам нужна по теме урока. И мы попробовали с библиотекарем Ксенией Витальевной провести такой эксперимент. И сейчас мы с вами увидим первый видеофрагмент, пожалуйста. Так, ну как всегда, техническая задержка. Не будет видео. Перезайдем, наверное. Извините, секундочку, технически не. Вашего друга. Этот этап называется также разработкой рабочей программы.
основе мы решили, что и где, мы завершаем с вами сам процесс поиска. Это наш третий этап. И последний этап, заключительный, это оформление наших результатов поиска. Простейшим поисковым образом документа из давней формы вступает в его заглавие. Именно благодаря заглавию читатель, знакомясь с той или иной книгой или статьей, понимает, стоит ли читать эту работу далее, либо... Уважаемые коллеги, вы скажите, почему библиотекарь? Ведь это могла сделать и преподаватель спецтехнологии. Я объясню. Ну, во-первых, это что-то новенькое. Повышение интереса учащихся к обучению. Это раз. Во-вторых, учащиеся приходят все время в библиотеку, когда им нужно выполнить какую-то курсовую работу или готовиться к дипломной. И, в общем-то, библиотекарь тоже должен быть в курсе дела, что же происходит у них на уроках, какие виды деятельности нужны, какая информация нужна в каком-то разрезе. Поэтому я считаю, что если 1-2 урока в году будет проведен таким образом, это пойдет на пользу и работе библиотекаря, и нашим ребятам, ну и, конечно же, уроки спецтехнологии станут интереснее. Следующий эксперимент, который я проводила вместе с преподавателем английского языка, тоже урок, двумовный урок спецтехнологии на русском и английском языке. Вы помните, коллеги, что 2016 год был объявлен нашим президентом годом английского языка. И мы так подумали, решили, что мы можем сделать замечательный такой совместный урок и опять-таки повысить интерес ребят к изучению иностранного языка и к изучению спецтехнологии. Сейчас мы с вами посмотрим небольшие фрагменты по этому материалу. Пожалуйста. Рецепт-навочный для точения канавок. Грувинг-ту. Рецепт-раскачной для глухих отверстий. Боринг-энтонинг-ту for blind holes. Боринг-энтонинг-ту for blind holes. Рецепт-раскачной для сквозных отверстий. Боринг-энтонинг-ту for through holes. Boring and turning two for through holes. Сверло с коническим хвостовиком. Twist drill with taper shanks. Twist drill with taper shanks. Сверло центровочное. Center drill. Center drill. Патрон сверлильный. Drill chuck. Drill chuck. Сверло с цилиндрическим хвостовиком. Twist drill with straight shanks. Twist drill with straight shanks. Втулки конические переходные. Taper-shank adapters. Taper-shank adapters. Мечики. Taps. Достаточно. Ну и сразу мы посмотрим следующий сюжет, тоже фрагмент из этого урока, где будет использоваться видеофильм на английском языке, который после прохождения словаря русско-английского ребята достаточно хорошо понимали. И на основании этого фильма мы провели технический диплом. Знаете, ребята с ним справились, и все получили положительные оценки. Знаете, замечательную новость, что с этого года в учебные заведения системы профтехобразования вводится экзамен по английскому языку. It's not a secret for you that English is very necessary and important nowadays. So you know that our Ukrainian enterprises aim to European standards and a lot of different enterprises try to find foreign contacts. You know that our basis enterprise, Motor Siege, takes part in a lot of different international exhibitions where the majority of representatives are foreigners from overseas companies. Итак, ребята, вы поняли, что сегодня мы будем говорить о токарных инструментах и об прогрессивных материалах, которые используются для их изготовления. Влад, пожалуйста, поменяй нам... Ой, извините, я не то включила. Влад, пожалуйста, поменяй нам тему урока. И нам демонстрационную версию покажет нам английская компания по производству режущего инструмента. The selection of a cutting tool is probably the most important decision a machinist can make. We're going to cover some of the basics, but I urge everyone that intends to use a lathe to learn as much about cutting tools as possible. High-speed steel tools, carbide tip tools, and on the right, carbide insert tools. High-speed steel tools can be used for many turning operations on all but the toughest alloys. The tools are sold as blanks in many sizes and grades. The machinist grinds the point of the tool depending on the type of metal he's cutting,
Ну, наверное, достаточно. Значит, перед тем, как показать этот фильм на английском языке о устройстве токарного станка и материалах для режущего инструмента, мы провели с ребятами работу по повторению и изучению названия инструмента и основных частей станка. Ну и потом, как я говорила, они написали технический диктант и справились с ним успешно. Ну и следующий этап нашей презентации – это защита государственной квалификационной аттестации. Все годы работы с группой, все, что мы туда вкладывали, потом, знаете, является как бы подведением итогов всей нашей работы. Ну, пожалуйста, следующий кадр. Сейчас вы посмотрите, как защищаются наши ребята. Они проходят как бы двойную защиту. Сначала они защищают знания инструментов, режущего, мерительного, вспомогательного. Затем они защищают технологический процесс изготовления деталей, защищают свои презентации. Ну и как результат, довольны лица ребят, которые довольны результатами работы аттестационной комиссии и тем, как они подготовили к своей защите. Еще хочется мне рассказать вам об одной жизненной своей ситуации. Буквально несколько лет назад я встретила своего бывшего выпускника, который обучался по профессии слесарь-ремонтник. Сегодня он работает на заводе «Моторсич», и говорит: «Анна Степановна, спешу на курсы немецкого языка». «А что такое?» Говорит: «Наша бригада очень часто ездит за гранкомандировки, и надо знать язык». Я говорю: «Ну, у вас же там есть переводчики, зачем тебе?» «Нет, а вот нас приглашают и в гости, и хотелось бы лучше узнать». Я пришла домой, так глубоко задумалась об этом. Ну, во-первых, это гранкомандировки, это замечательно. Во-вторых, международные выставки, каталоги, листовки, прайсы, это тоже все на иностранном языке. И придя на другой день на работу в училище, я прямо сразу предложила ребята, а никто не хочет заниматься, никто не хочет заняться подготовкой к защите на иностранном языке, на немецком или на английском. И вы знаете, каждый год находится 1-2 ребенка, которые изъявляют свои желания. А затем они продолжают обучение, ходят самостоятельно, еще и дополнительно изучают английский и немецкий язык. А сейчас я бы хотела бы вам показать два фрагмента защиты на немецком и английском языке. Пожалуйста. Calipers C1 and 3, height gauge. I was doing test to make a technological sequence manufacturing of a part, special shaft. For this detail, it is necessary to apply a screw cutting lathe. Turn the screw cutting lathe 1K625D. This detail is made. Сейчас мы посмотрим защиту на немецком языке. Уважаемые коллеги, сегодня большое количество информации нам предоставляет интернет-сети. Так у меня накопилось огромное количество видеоматериалов по разным предметам. Это и спецтехнология токарного отдела, фрезерного, шлифовального, сверлильного, по материаловедению, по станкам ЧПУ. У кого будет желание, приезжайте, пожалуйста, с флешками, чтобы не тратить даром время. Вы можете просто себе скачать, поделиться, как говорится,
не опытом, а поделиться библиотекой видеофильмов. Гуляя однажды по просторам интернет-сети, я наткнулась на очень интересный мультфильм, который, я думаю, сейчас заинтересует вам, а когда вы его просмотрите, я скажу, как я его использую в своей работе. Пожалуйста. Вооружившись суперклеем, можно легко соединять практически любые поверхности. Способ этот простой, проверенный и, самое главное, прочный. Правда, разъединить потом предметы бывает, ну, очень сложно, а иногда и совсем невозможно. Но, однако, и самый лучший клей не годится, если речь идет о металлических частях изделия. Например, склеить железную ограду, вагон или автомобиль получится только если они игрушечные. В жизни же любую такую конструкцию придется варить. Чтобы начать скорее работу, надо допуск получить. А для этого ты обязан техпроцессы изучить. Если есть у нас чертеж, значит без проблем сделаем все, что угодно. Меня настолько он заинтересовал, думаю, ну надо же вот так вот все, что мы изучаем, вот так вот интересно показать это в форме мультфильма. И я по этому видеосюжету разработала тест. Ну, например, какой был показан вид неразъемного соединения? И даю несколько вариантов. Сварное, клепанное и клееное. На самом деле клеевое. Какие назывались инструменты? Ножницы, молоток, резец, напильник, реза, чертилка, кернер и так далее. То есть такой видеосюжет очень интересен для ребят, конечно, первого курса. Кроме того, я его использую, когда мы занимаемся внеурочной работой, то есть проводим викторины, что, где, когда. Вот, очень интересный видеоматериал. Тоже могу вам его потом передать. Уважаемые коллеги, вы знаете, я работаю в системе профтехобразования уже более 30 лет. Я горжусь тем, что я работаю в этой системе, потому что всегда с молодежью, потому что всегда в инноватике, потому что всегда что-то новое и интересное. И я уверена в том, что все наши коллеги, которые работают не один десяток лет, тоже любят свою работу и тоже ценят ее и гордятся своими учениками и своей системой образования. И поэтому свое выступление мне хочется закончить таким симпатичным стихотворением. Какое хорошее слово «проф тех», в нем опыт одних, в нем энергия всех, в нем труд и учеба, в нем радость, успех. Давайте гордиться, что мы из профтех. Уважаемые коллеги, желаю вам успеха и всего самого хорошего. Ганна Степанівна, не уходимо далеко. Будь ласка, які є запитання до нашого спікера? Щоб вас тут було видно. Ближче до мене, так. Так. Там щось ми чекаємо на питання. Можете, поки ми чекаємо на питання, невелика така об'ява. Можете собі завантажити презентацію та відеоматеріали та зберегти на комп'ютер. Вам читайте, будь ласка, в чаті. Дякую. Дуже цікава інформація, дякуємо. Спасибо большое. Хто ще пише? Ми чекаємо, поки Олівчик. Починаємо на вас. Чатіка буде. Хорошо. Уважаемые коллеги, я думаю, что мы с вами, те преподаватели, которые работают в системе не один год, мы всегда с радостью встречаем своих коллег, приезжаем друг к другу в гости, поэтому, если буду, я кажу, у нас на Украине на год, будь ласка, приезжайте, с задоволением поделюсь с вами материалами, которые в мене є, и с задоволением подивлюсь еще и на ваши материалы, и распоширю сейчас свет. Спасибо. Подчеркнула много интересного для своей работы. Дякую. Дякую. Приезжайте в гости. Спасибо. Спасибо за пожелание всего доброго. Вам тоже всего доброго. И нам успехов и хороших благодарных учеников. Запізнюється трохи. Ще на ці плюсі. Якась інформація ще йде.
Ничего, ничего. Что ничего? Теперь так багато пише. Лучше приїжджайте в гості. Писати не прийдеться. Так багато пишуть. Одним словом, дякую. Дуже точно. Так даже. Было интересно. Спасибо. Было интересно, преподаватель Вольнянский был. Спасибо. И вам спасибо, коллеги. Тоді ми бачимо, що ніхто нічого вже не пише. Нам не видно, покажу. Тому будемо завершувати наш вебінар. Дякуємо нашому спікеру, пані Степанині, за корисну інформацію, за свій досвід. Дякуємо. І вам, дякуємо, шановні учасники вебінару. До побачення, до наступних зустрічей. На все добре.